Всем привет, мои рукоделочки! Сегодня сделаем с вами вот такой вот интересный бантик. Кому интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Итак, будем работать с вами сегодня с репсовой ленточкой 4 сантиметра, а также с такой вот красивой клубничкой, кружевом, резиночка для поясочка, ленточка 1 сантиметр и красивый капюшон. В качестве инструментов нам понадобятся ножнички, ниточка с иголочкой и вот такие булавочки. Ну и, конечно же, клеевой пистолет. Из отрезочков ленты мы сшиваем обычный бантик. Наше красивое кружево просто собираем на ниточку. Теперь сделаем изюминку нашего бантика. Прилаживаем нашу ленточку так, чтобы сгибы совпадали с одной и также с другой стороны. Так, теперь работаем с нашими частями. Смотрите, так как у меня ленточка 4 сантиметра, с этой и с этой стороны у меня должно быть 4 сантиметра. Если вы будете работать с ленточкой 5 сантиметров, у вас должно быть 5 сантиметров. Итак, загибаем сюда, треугольничек, этот наш уголок остренький заводим, так, и еще раз. Теперь нужно зафиксировать.
То же самое делаем и с этой стороны. У нас получаются такие вот как бы два завитка. Нам нужно две вот таких вот одинаковых закоточки. Теперь мы будем их сшивать. При сшивании смотрите, чтобы были все слоя прошиты. Две наши детальки сшиваем между собой. И так, как возможно, посильнее. Мало, конечно, получится, потому что много слишком у нас слоев. Но вот хотя бы немножечко как-то ее вот так вот соединить максимальненько. Таким вот образом. Все подравниваем, выравниваем, и вот такая вот деталька у нас с вами получается. Так, ну теперь будем собирать бантик.
такая вот красота у нас с вами сегодня получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого-самого доброго. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем пока-пока!